Административный суд Армении отказался рассматривать иск экс-главы Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна против премьер-министра Николы Пашиняна и президента Армена Саркисяна. Этим иском бывший глава Генштаба просил суд признать неправомерным его отстранение от должности. Судья Лиана Акопян вернула иск с возможностью его обжалования в апелляционном административном суде в 5-дневный срок. Как сообщалось ранее, 17 марта административный суд Армении в рамках другого иска Гаспаряна вынес решение, приняв обеспечительные меры. В решении суда отмечается, что судья Мгер Петросян временно удовлетворил иск, приняв обеспечительные меры по признанию освобождения Гаспаряна от должности силой закона, не соответствующим правовым отношениям до вынесения судом окончательного решения. Таким образом, согласно решению административного суда, запрещается назначение нового начальника Генштаба, что означает, что Гаспарян продолжит занимать должность руководителя Генштаба. Однако 22 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Артак Давтян силой закона назначен на должность начальника Генштаба Вооруженных сил Армении. 24 марта Генпрокуратура Армении заявила, что получила заявление Оника Гаспаряна о возбуждении уголовного дела против премьер-министра Николы Пашиняна и министра обороны Вагаршака Руцуняна в связи с назначением начальником Генштаба Артака Давтяна. Напомним, что Никол Пашинян еще 25 февраля заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook, что принял решение об освобождении Оника Гаспаряна от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении. Ранее в тот же день Генштаб выступил с требованием об отставке премьер-министра и правительства.